Люберецкая кадетская школа отметила юбилей. Со дня основания учреждения прошло 25 лет. Эту знаменательную дату сотрудники и воспитанники школы отметили в кругу почетных гостей. На празднике побывала и наша съемочная группа. В этот день в кадетской школе особенная атмосфера. У праздничной фотозоны очередь из желающих сделать снимок на память. А в книге пожеланий ежеминутно появляются новые записи. Я, конечно, желаю процветания, конечно, желаю новых побед, конечно, желаю благодарных учеников. Коллективу школы желаю процветания на долгие годы, а ребятам достижения новых высот, чтобы они росли надежными гражданами нашего государства. В кадетской школе есть чем гордиться. За 25 лет из этих стен выпустилось около 3000 учеников. 125 из них – медалисты. По итогам прошлого года общеобразовательное учреждение вошло в топ-300 школ Московской области. Длина дороги предсказана судьбой. А вот ширину дороги делают люди. И я хочу сказать слова огромной благодарности всем тем, кто находится сегодня в зале. Потому что эти 25 лет мы шли по широкой, наполнены яркими событиями, победами дороги. Добросовестный труд и профессионализм сотрудников школы отметили благодарственными письмами главы округа и депутатов Московской областной думы. На празднике присутствовала первый директор школы Валентина Завьялова. Я выражу только свою огромную радость, что я вас всех вижу, что вы пришли на это торжество. И особая моя благодарность, конечно, всем тем, кто начинал со мной 1 сентября. В этом году в истории кадетской школы начнется новая страница. 1 сентября для учеников младших классов откроется пристройка на 200 мест. И это событие станет еще одним поводом для большого яркого праздника. Луиза Егазарян, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.